Россия проводит учения пограничников в Азовском море. Учения российских пограничников проходят в Азовском море в понедельник, 7 мая. На них отрабатываются методы борьбы с морскими угрозами. Россия проводит учения пограничников в аннексированном Крыму, на которых отрабатываются методы борьбы с морскими угрозами. Об этом со ссылкой на пограничное управление ФСБ сообщает в понедельник, 7 мая, РБК. В частности, в ведомстве отметили, что учения проходит в Азовском море 7 мая. Пограничная служба также проведет учения по противодействию захвату рыболовных судов, освобождению судна с заложниками и нейтрализации условных пиратов или террористов, говорится в сообщении. Как отмечается, учения проводятся на фоне ареста российского рыболовного траулера «Норд» пограничной службой Украины в Азовском море. Власти Украины подозревают команду судна в нарушении правил пересечения госграницы. Напомним, в конце апреля украинское правительство поддержало предложение Министерства инфраструктуры Украины о прекращении транзита и судоперевозок по территории страны под российским флагом. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.